Доброе утро, друзья. Намасте. Мы все еще в Ришикеше на карантине. Сегодня 26 марта, 7 утра. И мы идем на прогулку, купить кое-какие продукты, посмотреть, какая ситуация на улице. Людей мало. Магазины уже открыты. Взяли с собой банановые шкурки, будем кормить коров. Да, кстати, посмотри, целую машину фруктов привезли. Ну да, фрукты и овощи, так что, в принципе, бояться и переживать не стоит, друзья. Ну, по крайней мере, что мы умрем с голоду точно. Да, еды хватает у нас. We named her Susan. Susan. Susan, yeah. Come in more. Oh, they're coming. Susan's getting eaten. Oh. Okay, bye, Susan. We'll see you later. Да. О. Коровы, судя по всему, голодные. Уже дерутся. Кому больше достанется еды? Опасно. У них рога. Может быть, собачке лучше дать? Все, надо бежать, потому что коровы нападают. Намасте, good morning. Да, друзья. Вроде безобидные коровы, а... Ну, они между собой, но могут и задеть человека ненароком. Так что, друзья, такая вот ситуация на улицах Ришикеша. А вот и собачка. Попробуем их покормить булочкой. Не знаю, будут ли собаки местную булочку есть. Местную булочку местные собаки. Посмотрим. Давай, попробуем. Это какая-то домашняя, скорее всего. Еще просто. Взяла и побежала. Голодные, значит. Эти собачки не голодные. Будем кормить коров. Как дела? Как дела, на всякий случай, да. Какой-то храм работает. Служба проводится утром. Корова такая обалдевшая. Стоит себе, ничего не подозревает, и булка в рот у тебя попадает. Работают дворники, подметают улицы каждый день. На улицах чисто, и это радует. Так что не все так страшно. Как-то будем выживать. Красивая, да, такая? Ну да, правда, обломан рог у нее. Глаза какие-то, как будто бы отбили. Там их много, всех мониторов. Ну, хотя бы каких-то покормили уже хорошо, и именно. Много людей сейчас
выходит на улицу, чтобы покормить животных, собачек или коров. Молодцы, что скажешь. Потому что собакам тоже в этой ситуации сложно находиться. Раньше работали кафешки, они как-то могли там подкармливаться, а сейчас им негде покормиться на самом деле. Поэтому кормите собак, коров, ну и может и обезьян даже. Они тоже есть хотят. Вот собачка водичку пьет, маленький щеночек. Это район Рамджулы, здесь продают чай, довольно много людей. Да, это мост Рамджула, и как мы видим, люди перемещаются, даже велосипед, кто-то едет на велосипеде, пешочком люди перемещаются. Немного, но есть. Полицейских не наблюдается в этом районе. Хотя они раньше всегда тут были. Вот да, изначально, когда объявили карантин, тут целая группа стояла, человек 5. В общем, посмотрим, как оно дальше будет.